не могу заехать, ну вас нафиг. Он пукнул у меня, а пошел вонять к тебе. Вот так вот. Теперь ищите меня, я не скажу, где я. Ты спрятался от нас? Да. Ой, тут не ломается забор, ничего себе. О, ты спалил свое местоположение, про забор какой-то сказал. Да я вон вижу, где он. А где он находится? Он на пирсе. Давай, ищите меня, ну. А как ты выехал-то оттуда? Поиграем тебе, короче, в hide and seek. А, да, давайте. Или в догонялки можно, реально, давайте в догонялки. Я, короче, запятнаю Костю сейчас, если врежу с него. А ты на машине, Костя? Да, я на машине. Hide and seek, ребят. Давайте, я около того места, если я расскажу, где я, короче, вы можете меня найти. Я около того места, около которого мы очень часто бываем. Прям вообще реально в каждой серии, можно сказать, мы около этого места тусуемся. Так, возможно, это что-то типа. Так, за мной. У вокзала он, господи! У кого? Не, вокзал-то я не, это не считая вокзал, не считая вокзал. А ты далеко что ли уже уехал? Не, я не, ну не так далеко, но у этого места мы реально очень много серий записывали, причем по разным причинам. Так, ладно. Да ё-моё, меня сбил автобус. Кстати, да, винил очень часто заканчивает серию именно в этом месте. Больница. Нет. Тюрьма, может быть. Да, похоже на то. Блин, ребята, ну вы завязываете, а? У меня машина сломалась, подберите меня, бомжа. Вот, не нужно было меня проталкивать, когда у тебя было время. Ой, проталкивать меня, себя бы протолкнуть, чё ты? Я не знаю, где находится тюрьма. Чувака классный номер 1488, мне нравится. Короче, я не знаю, где тюрьма находится. Ну, давай, я до мета, короче, это, догребусь, я пишу, здорово. Нидер. А Винил, ты где находишься? Или полицейский? Или повар? Полицейский. Новый полицейский. Спой ему. Винил, где ты находишься? Я у вокзала, ЛС. Сейчас я автобус возьму, буду на автобусе гонять. О, я вижу банана. А я его не купил. Полицейский. О. Новый? А, вот, садись. Винил. А трек уезжаем. Слышал? Уезжаем, братан. Братан, прости, конечно, нас он не увидел. Он в моей машине. Да. Фу, я думаю, чем пофанивает. Так он к тебе вонять-то пошел. Мне все нормально. Чего? Давай, едь, Кости. А где он? Едь прямо. Еду. Направо. Так. Прямо. Смотри, прямо. Смотри, оп. Это маневр такой. О, красавчик. Да. Прямо. Немножко направо и прямо. Ну вот, на эту сторону, да. Ну вот так вот, да. Дави, бомжа. Блин, он мне колеса пробил. Офигеть. Сейчас налево. А вот он, Володя грубый. Так. Надо было мусорскую машину тарануть. Ты чё, Миша? Я аккуратный водитель. Видишь? Ой. А где этот чувак? Погоди, Миша, это. Погоди, я вот колеса подстрелил. Не знаю, он там. Сейчас мы назад поедем, ты меня отвезешь за такси. У меня колеса пробиты. Да и пофигу. Куда уехали-то? А, вон этот парень в капюшоне. Сейчас я. Ё-моё, сейчас я. Мне сказали предъявить документы. Как скажи, привет... слышь! Скажи, слышь, как? Ты не знаешь, кто я! Как предъявить документы, я не знаю. Флэш-пас. Как свои документы проверить? Как свои документы? Флэш-пас SA ID игрока. Аренда закончилась у меня. Как свои проверить документы? Я тебе говорю, флэш-пас SA-427. Уровень розыска. А, у меня ну уровень розыска. Вы сумасшедший? Я разучился. А, я сумасшедший, детка, я такой псих. Ты даже себе этого представить не можешь. Ты делаешь, какой я сумасшедший, детка. Поехали. А там парень такой стоял, руки такое поднял. Поехали скорее, Кость. А здесь места нету для всех, вы что? Бросаете меня? Меня будут... Прости, братан. Ладно, я с вами побегу. Ой, слышь, меня выгнали из тачки, чувак. Пошли, короче, Костя, вот здесь есть это, я сейчас за такси, поехали за мной, я сейчас такси возьму и Мишу подберем. Так я за тобой. Я не могу сесть в свою тачку, меня из нее выкинули. Привет, чувак, она там на путях. Я авто, нет, автобус уже не возьму, я возьму машину. А где вы поехали, куда вы бежали? Мы на вокзале ЛС. Блин, я так, вы сумасшедший, я разучился. Не, прикинь, человек разучился про документы показывать, может быть такое в реальной жизни? Вы сумасшедшие, как я, да! И сбил его. Да! Садись к нам в машину, Костя. Ты ему написал «да». Я ему написал «да», только на английском. Написал «yes». Я не вижу. Зведь за мной на автовокзал ЛС, я с вами хочу. Давай, Костя, садись. Вон, смотрите, я опять куплю бизнес, цена 2 кака. Садись, да я с тобой поеду, нормально, винил, давай с тобой поеду. Давай. Это они будут теперь постоянно писать в чате до тех пор, пока... Мы не опухнем, давай. Сколько лет в реале у меня спрашивают? Слушай, Винил, что-то у меня машина заглохла.
Так ты за нами едешь. Ёб твою мать, ей боже, в меня какой-то нигер въехал. Слышь, давай его убьем, давай сюда, быстрее. Вот этот нигер, этот черный в меня въехал. Это внедорожник, он въехал, он пьяный, по-моему. Че он делает? Почему он назад так телепортируется? Он специально на паузу ставит. Потому что он АПК встает, чтобы не врезаться. Вот так вот ему. Ой, ё-моё, нас перевернуло. Нет, 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 прессуем нигера. Мы сейчас сами. У меня машина заглохла, нет, бежи, бежи, мать твою, что взорвется. Да, да вот да. Наша машина. Уже взорвется, смотрите, да взрывайся быстрее. Ух ты, ё-моё. Он меня давит. А у меня пушки нет никакой. Садитесь, ребят. Ладно, я отдохну, постою, что-то я устал. Садись быстрее, блин, устал он. Так, ладно, сейчас сяду. А я что-то не сесть, нажимаю, ничего не происходит. Это так, давайте еще раз попробуем. Ё-моё, меня аккуратненько это только... Ну, скорее. Прищемите, запытаюсь. Быстрее, да, Митерсен, ты же спортсмен, давай быстрее. О, ё-моё. Чё за хрень? Я застрял, смотрите, в воздухе... Такси нам забагал, чувак. Давай, Терсен, садись быстрее. Да я не могу двигаться, у меня только голова шевелится. Давай. Нажми G. У меня голова шевелится. G нажми, говорю. Я пытаюсь, еще ближе подъезжаю, не могу. Прыгни что-нибудь, анимацию сделай какую-нибудь. А, да, давай попробую анимацию сделать. Давай я тебя собью. Так, о, все, смотри. Я на месте могу только бегать. И опять зависать могу. Садись в машину, ТРСР, давай. Да я пытаюсь поближе подъедь ко мне, я на месте бегу, я ничего не могу делать. Смотри, он устал. Смотри, он устал на месте. ТРСР. Ё-моё, что со мной происходит? Давай запрыгивай. Да как я нажимаю? Сейчас я сделаю, сейчас жди, я сейчас все сделаю. Он сел. Он меня выкинул, ну какого хрена? О, да, все, я сел. Ты куда ты поехал, алло? Я вышел. Смотри, нажимаю опять. Я просто все кнопки пытался нажимать. Все, винил, садись. Все в порядке. Винил, пока машина не исчезла. Винил, что ты такой дурак? Ё-моё. Ё-моё, Винил, ты такой красивый. Чё происходит? Терсера был приступ от анаболика. У него судороги были. У него был шок. А у тебя бизнес был? Ну-ка, где? Чё? Чё за бизнес был? Дай посмотрим. Где? Да он не продается, они все скуплены, чувак. Да погоди, посмотри на него, может продается, давай. Цена... Видишь, владелец Джастин Хенлис. Стоимость 14 миллионов или сколько там? 1 400 000, но за 1 400 000 никто не продаст. Почему? Потому что на крутой. А его нельзя просто так взять самому и забрать там? Нет. Купить? Ну не, мы можем, кстати, одному человечку, который может взять и забрать и все. Ну ладно, поехали. Так вы в курсе, тут же администрация президента. Да, мы помните, здесь как-то закончили одну серию. Помните, мы тут когда с Костей наверное. А, эта серия у нас не записалась с Костей, когда мы. Да, это без ТРСР вообще было. Ну да, а мы тут что как-то со мной, когда. Ты, короче, знаешь, что хотели сделать, ТРСР? Мы хотели с винилом на вертолете лопастями зарезать людей. Охранника получилось? Нет. Ну надо вертолет. Мы здесь вот остановились, у нас здесь вертолет упал. Охранники вот бежали и начали типа кричать, типа, чё за фигня? Мы такие, да у нас движок заглох, вызываем этого сантехника. И сантехник, короче, приехал у нас. Да ёперный тебя терминил, ну что ж ты такой жопу-то свою опять не побрил-то? По-моему, сейчас загоримся. Почему я даже выбрать без машины не могу, а? Так, куда бежать? Не знаю, тут лес. Так, может, давайте на пеньках посидим. О, кстати, хорошо. А деревья-то, они смотрите, какие толстые. Нифига себе. Вот, смотрите, какой огромный этот пенек. Вот этого пенька и был построен мой бывший дом. Да. Такой пенек. На этом пеньке, кстати, можно танцевать. Да, танцевать пенек. А, зарплата 0. У меня минус. На тебя никто не перечислял денег, ха-ха-ха, мне перечислили 50 тысяч. Давай анимацию врубай. Это танцевальный пенек, винил. Они, давайте закончим, анимируя здесь. Дископень? Дископень, да, кстати. Сколько мы снимаем, Винил? Скажи, у тебя же записывается? Не знаю, нет, и у меня нет, я не могу смотреть, у меня это, не это. Йоу, нига, давай, оп, давай, Винил, к нам, заходи на нашу тусу, оп. Давайте я рэпчик буду читать. Давай, читай рэпчик. Сейчас я найду анимку рэпчика сначала, как бы я без анимки не могу читать, у меня рифма не попрет. Давай. Вот, подожди. Так, где тут читать рэп? Ё-моё, так танцует сейчас. У меня вульгарно. Чё, у меня аним читать рэп? Чё у меня читать рэп не хочешь? Читать рэп. Давай читай рэп, ну. Ё-моё, да хватит так танцевать. Вот, я читаю. Не, подожди, он сильно слабо двигается. Да. Ладно. Читать. Сейчас другую анимацию включим. Аним 2, что это такое? О, вот это другое дело. А, во. Эй, йоу, парни, мы сидим на пне. Эй, йоу. Танцуем. Мы карты вне. Короче, йоу, тут демастер и террасер. Йоу, это тут беспредел. Чё за бред-то не делаешь? Куда мастера кейс с деньгами? Это наш хасл, это наши мани.
Йоу! И Тарзан только приседает. Тиросер приседает, он спортсмен, Тиросер такой накачанный мэн. Слышь, чувак, почему ты в АФК это все делаешь? Да, чувак, вы тоже... Он вылетел, ребята, он вылетел. Я знаю. Все равно я читаю свою рэпчину, несмотря что у вас уже тут... Нас уже тут половина! Йоу! Да, я вылетел. Сайдгер, я выиграл, Сутерсер, я выиграл, я выиграл. А, типа это сумо, знаешь, как в Майнкрафте? Да, сумо. Нет, это сумо. Ну здесь я могу... Ё-моё, у тебя хп, кстати, больше. Ребят, тут мне надо вводить пароль, я не могу ввести пароль, они меня увидят, они увидят мой пароль, может, закончить. Да, погоди, у нас тут... Сейчас у нас здесь сумо. Великий рэп-баттл. Рэп-баттл? Почему рэп-баттл? О, мы одновременно... Я первый выиграл. Так, сейчас я залезу. У тебя нет, чемодан просто, тебе легче. Чего, я не дерусь с чемоданом, я с ноги тебя дерёшься, всё. А нет, ты тоже спрыгнул, что ты тоже проиграл. Ладно, блин. Я появился на вокзале ЛВ. Окей. Ты ещё пароль спалил свой или ты паузу ставил? Да нет, там оказывается это, там чёрточками закрывается. Просто на адвансе я привык, что там показывается, здесь точечки. Блин, боксёр хренов, а? Да. А слушай, погоди, сумо нельзя боксом пользоваться, только ногами. Почему? Как-то ногами? Какого? Вот видите, ребят, пользоваться своим. Видите, телом? Ребят, насколько плохо рэп. Даже Адван, даже Даймонд вылетает от рэпа. Да. Потому что рэп это плохо. От твоего рэпа не только Даймонд вылетит, а еще и Пукан тоже вылетит в трубу. Вы за вами заехать или что как? Погоди, у нас тут на пеньке все. У нас битва на пеньке. Офигеть, да он боксер, слышишь? Он боксер хренов, реально. Так кровь уже. Раньше была передача «Битва за респект», а у вас «Битва за пенёк». Да. А, у нас «Битва за пенёк», слышишь? За пенёк съел, косарь должен был... Эй, ТРСР, что за херня, эй! Эй, ТРСР, какого хрена? Это реально? Он какой-то читер использует. Пенёк похож на татами, вы как на татами. Чё, Костя, что ли, насмерть бьёмся? Костя, насмерть бьёмся, что ли? Я сейчас порус. Чё, мы насмерть бьёмся или нет, не могу понять. Я тебя убью, ты понял? Ну, не надо, погодите, я сейчас за вами заеду. Давай, заезжай быстрее. Да он читал! Осталось на один удар жизни. Да у тебя тоже на один. Слышите вы! Я не на один удар побольше. Вы давайте без кипиша, а! Э, он меня убил! Я тебя не трогал. Только что меня ударил. Ну ты еще жив. Как ты можешь умереть, пока ты еще смотри, жив? Смотри, на мои руки. На мои руки смотри, видишь? Оп, ты видал? Ты лицо закрываешь, типа, от папарацци. Смотри, оп. Ты видел, я чемоданом делаю? Оп. А я смотри, что делаю, оп. Главное тебя не ударить. Что там делаешь? Ух ты, ё-моё, ты хотел мне сейчас леща дать. Я хотел ворваться в стройку. Опа! Подхожу я такой, тут чувак другого называет чмырём. Может, это он к тебе обращался? Не, тут два чувака, один с деньгами, другой без, он такой, слышь, чмырь. Слышь, у нас такая же ситуация. Сейчас я машину уговорю. Так мы не говорим друг другу такие слова. Мы адекватны. Терсер, ты видишь вот так вот? Оп! Как? Вот так вот, оп! Ни хрена себе, я так не могу, а как ты это делаешь? Я же супер боец, просто таким поддавался. Ты каратист, а я это боксер. Ты в реальной жизни не можешь так прыгать. Могу. Нет. Ой, я взломал машину, ребята! Костя, что ты от меня хочешь? Я не могу понять. Ты хочешь умереть или что? Нет, думаешь, я умру? После такого прогиба ты вообще отъедешь, чувак. Ну, ребят, я взломал машину, я еду на угленной машине, блин, мне так страшно. Просто если я сейчас тебя убью, то ты появишься в больничке и... Не убивайте! А если я тебя убью, то тоже в больничке появишься. Ну ты меня не убьешь, если ты мне сделаешь хоть один удар, сразу же я отвечу. Да, если я тебя с такого удара пробью, то ты упадешь, понимаешь? Дальше уже будет... Сомневаюсь, я уклонюсь. Пожалуйста. Что? Ребят, пожалуйста, не убивайте друг друга. Костя решил утопиться, все, от стыда. Нет, Костя, я еду к вам, ребята, пожалуйста. Я пойду на лавочку сяду, буду смотреть, как Костя купается. Костя купает. Ой, Костя тонет, Костя тонет, Костя тонет. Нет, надо ему кинуть круг воздушный. Суицид не выход, Костя. А он всплывает, он слишком это... Ой, там газы пошли какие-то. Да пошли вы в жопу, слышите, да? А, точно, это ж не тонет, я забыл. Рэп всплывает, он не может утонуть. Он всплывает, его тянет вверх. Ну, знаешь же, что не тонет. Все ж мы знаем, что не тонет. Рэп винила, например. А хотя нет. Терсер, я умираю. Все, он тонет. Сейчас подплыви. Терсер, прыгай, ты должен вытащить меня, иначе я умру. Давай, я плыву к тебе, Костя. Ребят, я переверну. Как машину, плыть? Простите. Как плыть? Знать бы только еще. На что? На контрол, на. Поверишь? Маши руками. А, точно. Все, Костя, давай. Плыви.
Плыви, я тебя тяну. Держи меня за футбол. Держи. Почему меня? Почему воде нельзя пропинывать? А ты хотел меня пнуть? Да, это было себе, плавно. Это было очень плохо. Слышь, ты умеешь в воде прыгать так в реале? Конечно, могу, смотри. Оп. Я в реале, сможешь так же? Ну, может, не так высоко, но можно. Нифига, вот так же высоко, что прямо по щиколотку. Мы как дельфины, Костя, мы как дельфины. Костя, знаешь, такое палево? А, Костя, такое палево, когда ты открываешь меню посмотреть карту и спалил, что у тебя читы на сам стоят. Как-то некомфортно. Не, ну я не читерю. Да не, это я на ДМ-серверах играю просто. Читер. Кстати, прикольно купаться здесь. Только мне читать. Ну, конечно, винил-читер жопу не побрил. А как это туда поглубже спуститься здесь? Ой, поглубже, ой, там рыбы даже... Тарасарм любит поглубже. Винил-то где? Мне уже скучно здесь. Я уже скоро буду, скоро вы, давайте... Тарасарм, дрались, это было интересно. Тарасарм, там повиснем, а то высохнем. Давай, сейчас я поближе. Оп. О, смотри, вода стекает с меня. Это не вода. А у меня чемодан, смотри. Это не вода, Миша, это не вода. Это твой страх, Миша. Да, это твой страх. Нет. Он подлив уже течет в правой ноге. У тебя-то я вижу, вон. У меня джинсы не гони, ты не можешь видеть, у тебя шорты. Уже под тобой, уже стекло. Видишь, ботинки коричневые у тебя, уже все на мочке. Видишь, шорты, видишь, у меня шорты, а вот там вот такие черненькие штучки из-под шорты, видишь? Это трусы такие. Ага, да, я никогда в жизни таких трусов облегающих не видел. А это, знаешь, термобелье вообще-то? Это потому, что было трусы, термобелье, а теперь так называется, да? Термобелье, трусы, трусы, которые... Не говори слово термобелье, мне потому что меня термо другим это... путается словом. Да все, может, у меня далеко не термо. Отношение себе, ютубер 310 тысяч подписчиков. Давай чемодан, а че я тебе... Хочешь такое напишу, винил? Надо. Костя, давай чемодан, я сейчас тебя сброшу. Сейчас я уже близко, ребята, не тоните, там не это. Так тут нереально утонуть. Все, Костя залез и спрыгнул. Тебе, если бы немножко повыше, ты бы умер. Ребят, тише, я уже очень близко. Ой, куда такой Костя исчез? Куда он исчез? А, вон он. Тарасарм, дай мне руку. Костя, живи. Как Миша, дорого? Руку протяни быстрее, Миша, я падаю. Ой. Ребята, ставьте хэштег Костя живи, ребята. Это не поможет. Он в прямом смысле протянул мне руку помощи. Ты же сказал, протяни руку, я тебе руку дал. Он мне так, слышишь, он мне дал руку, только не в мою руку, а промеж глаз. Я улетел в больницу. Ё-моё. Блин, у вас там весело. Мне две звезды дали из-за этого. А я лох. И причина убийства дали даже. Ты чё, убил что ли? Так блин, да. Он говорит, дай руку. Я ему такой нагнулся, руку даю. А он что-то голову подсунул в этот момент. Ну давайте, я думаю, это завершим серию, чтобы потом уже продолжить с какого-то нового места, да? Да. Да? Блин, а нафиг я заехал за вами? Не знаю. О, давай, винил, меня забери. О, да. Ну что ж, на этом все, ребята, с вами был Демастер. И террасер вот так вот, да, я здесь был. И Костю утопил почти что. Также с нами еще был винил, жопа не побрил. Хэштег такой ставьте под его роликами на каждом видео. Вот, а мы с вами попрощаемся. Всем удачи. Вот, а также, чтобы поиграть с нами, заходите на Diamond RP, ссылочки будут в описании. Вот, естественно. Если там наша IP не подойдет, вдруг мы забудем поменять, то поменяйте, потому что тут написано прямо таким буквам в нашем сценарии. Вот. Ну что ж, на этом все. Заходите, играйте с нами, наши ники вводите, мы на триллианте играем. Ну что, ну, тут видно, в принципе, справа с верхнего угла у нас написано. Вот у меня Диамоид триллиант написано. Да, Диамоид. Вот. Ну ладно, на этом все. Всем удачи и всем пока. Да, ребята. Всем пока, ребята. Всем пока.